размен $100. Красотка, да? Я в последний раз по-хорошему тебе говорю. У меня сложные жизненные обстоятельства. Мне надо выиграть. Я сделаю все, что в моих силах. А что в твоих силах? Соблюдать правила игры. Ну-ну, соблюдай, но я предупредил. Срежьте, пожалуйста, колоду. Благодарю. Ставки сделаны, спасибо. Три короля. Ну все, я предупреждал. Молись, дрянь крашеная! Иди! Вот ваш чай. Красивые у тебя детки. Вот что мне сглазить. Евгений и Евгения. Женька и Женька, значит. Интересно. Не пойму, на кого похожи. Двадца. А, точно. Теперь разглядела. Точно папка. А вот и я чайку принес. Спят? Не хныкали? Нет, быстро уснули. Что ж, попутчики, к чайку и прянички. И не страшно вам, ребятки, сорвались с насиженного места с детьми в чужие края, в большой город? А что оставалось? Шахту нашу закрыли, и другие закрывают. Работы нет. А в городе у мужа брат в троллейбусном депо обещал устроить. Общежитие полагается. Ничего-ничего. Руки-ноги есть. Я к работе привычный. Проживем. Пожалуйста, ваш выигрыш. Игра закончена, смена крупье. Добрый вечер, новый крупье. Кто там? Это я, Клавдия. Заходи. Здравствуйте. Ну вот, пришла попрощаться. Значит, все-таки уходишь от нас. Угу. Ну что ж, давай прощаться. Прошу. Прошу. Спасибо. Эх, Клавдия. Клава. Дорогая наша Клавочка. Вот вроде бы все я про тебя знаю. Знаю, что деньги все эти годы копила. Знаю, что дело собственное закрутить хочешь. А все равно. Жалко мне с тобой расставаться. Семен Семенович, вы же знаете, у меня планы по жизни. Не перебивай старших. Особенно во время тоста. И про планы твои знаю. Знаю, что все у тебя получится. А еще знаю, хорошо, что ты из нашего города уезжаешь. Ну, не хватало нам еще такого смышленого конкурента под боком. Ну, за твой успех на новом месте. Спасибо. Значит, в провинцию едешь, Клава? Еду. Город хоть провинциальный, но большой. Райцентр, 70 тысяч жителей. И ни одного игорного заведения. Я там уже с местным начальством договорилась. Договорилась, да? Но это ты умеешь. И почем теперь стоит... С районным начальством договориться. А какая вам разница? Главное, что все документы уже в кармане. Завтра утром еду. Хочу расчет получить. Да, имеешь право.
Вот, держи. Все до копеечки. Зарплата, проценты. Можешь не пересчитывать. Не буду, вам верю. Но не забудьте, вы еще обещали оборудование списное отдать и помочь с исполнителями для шоу-программы. Не забуду. Ну, братцы, на пасашок. Как-то все будет. Все будет хорошо. Mm-hmm. Ложись спать. Я пойду покурю. Mm-hmm. Порядочные люди сначала здороваются. Ага. Это я-то непорядочная. Угу. Что за гнусные намеки, Петрович? По-твоему, если девушка сама себе зарабатывает на жизнь, работает в казино, она непорядочная. А я что? Я ничего. Смотри у меня. А то я другого водителя нанять могу. За 100 баксов я посмотрю, кто поедет 500 верст. Угу. Почему ты сказал, что я непорядочная? Ну а что ты не поздоровалась? Ну, здрасте тебе. И тебе того же. Ну что, поехали? Ага. К мечте, к независимости. Вперед! Ой! Поставлю бизнес, раскручу казино, при нем ресторан, потом филиал открою, ферму. И овощи, и фрукты, что все свое было. Петрович, а иди ко мне на работу водителем. Я тебя за авгаром назначу. Чтоб я на бабу работал? Ха-ха. Никогда. Террористических. Здравствуйте. Минералка холодная есть? Есть. Мне бутылочку. Сегодня на рассвете в 400 километрах от Москвы произошло крушение пассажирского поезда. Состав сошел с рельс, несколько вагонов рухнули в реку с 50-метровой высоты. В министерстве по чрезвычайным ситуациям нам сообщили, что на месте аварии ведутся спасательно-поисковые работы. Точное количество пострадавших пока не называется. Движение на значительном отрезке пути парализовано. Это ж совсем недалеко отсюда. В субботу вечером в шахте Южно-Донбасская номер 1 воспламенился ленточный конвейер. И от газов, распространившихся от потери. Петрович, ты представляешь, тут недалеко ночью было крушение поезда. И жертв есть? Полно. Вот так живешь. Ой, и вдруг бац. Извините, граждане, тут ночью железнодорожная катастрофа произошла. Все перекрыто, придется в объезд по проселочной дороге.
подъезжаем уже. 20 километров осталось. Остановись-ка на минутку. Что-то мне укачало немного. Укачало? Ясно. Я пройдусь, Петрович, ладно? Давай! Живая. Сейчас, Крох, сейчас я тебя вытащу. Здравствуйте. Мы тут ребенка пострадавшего привезли. Нужно ее как-то оформить. Ну, заходите. Значит, фамилия девочки Филатова. Да, она сама так сказала. И сказала, что ехала вместе с мамой, папой и братом. Да. Горе-то какое. Говорят, целый поезд с моста в реку упал. Удивительно, что девочка осталась жива. Мы все проверим. Случай, конечно, уникальный. Вы обнаружили ребенка в 10 километрах вниз по реке от места крушения. Чудны твои дела, Господи. Граждане, прочитайте. Потом внизу напишите с моих слов, записано верно, и подпись. Здесь? Здесь. О. Давай. А что теперь будет с девочкой? Будем искать родственников. Состояние ребенка, в общем, удовлетворительное. Есть простуда вследствие переохлаждения. Ребенок долго находился в воде. Девочка напугана и постоянно спрашивает про своих родителей и брата. Но, в общем, неплохо. Угу. Будем наблюдать. Хорошо. Ну, спасибо, Петрович, что довез. Ну ладно, чего уж там. Слушай, я просто успокоиться не могу. Вот приключение, да? Угу. А вдруг у нее никого живых не осталось? Да нет. Не для того ее судьба пощадила, чтобы сиротой сделать. Да? Да. Наверняка кто-то в живых остался. Угу. На худой конец, может, родственники какие-нибудь найдутся. Ну-ну. Ну, пойдем. Ты чего? Я вот что. Знаешь, задержусь-ка я в этом городишке на пару дней. Ну что, я все-таки не чужой человек этой девчушки. А потом мало ли что понадобится. Деньги, кровь. Какая кровь? Для переливания. У меня первая группа. Всем подходит. Уважаю. Ладно, чего ж там. Ну что, в этом вот задрипанном городишке собираешься свой бизнес развивать? Сначала бизнес начать надо. В Москве 14 часов.
Здрасте. Здравия желаю, товарищ капитан. Доброе утро, граждане. Мы после обеда собираемся девочку навестить. Удалось ли что-нибудь выяснить о судьбе ее родителей? Я еще вчера сделал запрос, ожидаю ответа. Ну, прекрасно. Будут новости, сообщите нам, пожалуйста. Мы остановились в гостинице. Я в самом лучшем номере, 9-м, а Петрович на 1-м этаже, 4-м. Гостиница у вас так себе. Ну ничего, я как-нибудь разберусь с этим вопросом. Потом. До свидания. До свидания. Папка, мы тебе завтрак принесли. Во-первых, здравствуйте, Алексей Сергеевич. Здрасте. А можно пистолет подержать? На. Давай поешь. Уходишь на рассвете, не завтракаешь. Приходишь за полночь, не ужинаешь. Святым духом питаешься. Алёшка, ну-ка пойди погуляй, пока папка покушает. Пистолет оставь. Серёжа, сынок, у нас никогда нет времени поговорить. Случилось что-нибудь, мама? Нет, ничего нового не случилось, просто жизнь продолжается. В смысле? Серёжа. Жену не вернешь. Она умерла 5 лет назад, а ты до сих пор носишь обручальное кольцо. Мам, я не хочу об этом говорить. Спасибо, очень вкусно. Не хочет говорить. И не говори. Живи, как знаешь, гробь свою жизнь. Только учти, я не вечная. Я умру раньше тебя. И с кем ты останешься? С Алешкой? Так у него будет своя жизнь. Сын отрезанный ломоть, ясное дело. И будешь ты стариться на своей работе. Станешь генералом. И даже главным прокурором, и песок посыплется из тебя, и вытурят тебя на пенсию. Вот тогда ты и завоешь на луну от одиночества. Ну хорошо, хорошо, мама, я все понял. Ничего ты не понял. Пирожок возьми. Угу. Я тут тебе бутерброды оставляю. На обед съешь. Угу. Мы пойдем, дела у нас. Здрасте. Здравствуйте. 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 Не ест ничего, молчит. Про родителей спросит и опять молчит. А температура есть? Сегодня с утра была нормальная. Какая? 36,7. А что не ест? Может, невкусно? Нормальная больничная еда. Все едят. Привет, малышка. Женечка, ты узнаешь нас? Это тетя Клава, а я дядь Петрович. Мы тебя привезли вчера сюда. А где мама с папой? А где братик Женя? А смотри, что мы тебе принесли. Смотри. А вот тут. Вот торт вкуснянский. Игрушки вот. Бананы любишь? Жень, надо есть. Надо. Торт, знаешь, его с чаем? Или так просто... А хочешь чего другого? Мы тебе сварим или пожарим. Ну, что тебе принести? Наверное, вам лучше зайти в другой раз. Ну, хорошо, мы заглянем в другой раз. Возможно, скоро будут хорошие новости или какие-нибудь новости. Вот. До свидания. Угощайтесь. Спасибо. А, смотри, курица в зеленке. Больная или раненая? Нет. Это хозяйка пометила, чтобы потом можно было кур отличить. Серьезно? Ага. Если эти зеленки других что, йодом или синькой мажут? Петрович, ты задаешь мне такие вопросы, ответы на которые я не знаю. Ой, ладно, у меня дела. Я пойду. Я с тобой. Видал, какая капуста, а? Дешевая. А мясо видал почем? Угу. Народ здесь, конечно, не пуганый. Но зато мало пьющий. Да? Сравнительно. Здравствуйте!
Здрасте, хозяйка! Мы тут с хлопцами это работаем. Кто это? Бригада строителей. Йоксель-моксель. Строители-подпольщики. Работа тихо и совсем незаметно. Сейчас я разберусь. А что здесь? Я здесь открою казино с рестораном. Самбо Ривьера. Самбо? В мексиканском стиле. Вот только ремонт закончу. Что здесь происходит, мать вашу, а? Вы почему не работаете? Так это, обед. В 11 часов утра? Вы что должны были сделать, паразиты? Мусор убрать. Правильно. Сегодня уже пятница, а теперь вы мне скажете, что завтра и послезавтра выходной. Ну, это шарма, шарма. Где совки, где веньки, где тачка? О, вот, вот. А это что такое? Так это, веник. У нас тут нечаянно цементный раствор разлился. Так мы его веником подметали, то есть убирали. Раствор засох на венике. Это ж понимать надо, Клавдия. Но теперь этим веником можно убить человека, а подметать им уже нельзя. Значит так. Мучачес. Если до понедельника вы все не сделаете, во вторник я организую вам 3 койки в больнице в отделении травматологии. Понятно? А это я забираю с собой, что во вторник под рукой было. Пока. Как она нас обозвала? Мучачес. Образованная, блин. Да, ну и вляпалась ты в бизнес. Не прогоришь? Кто? Я? Я не прогорю. Я тут всем покажу. Ладно, все, но. Ой. Что ты куришь? Жалеешь деньги на нормальные сигареты? Жмот. Я не жмот, я экономный. У меня было голодное детство. Тогда махорку покупай, самокрутки делай. Я экономный, но культурный. К самокруткам не привык. Так, курить будешь? Нет. Все. Вот Серафима Антоновна, где они решили устроить притон. Ладно, хватит сидеть, у меня целая куча дел. Так. Значит, это здесь. О, а это еще кто? Простите, мадам, а почему вы на меня так смотрите? Тамбовский волк тебе, мадам. Я не расслышала. Что вы сказали? Все ты расслышала, фря заезжая. Надо у нее документы как следует проверить. Угу. Извините, а это кто? Вам бы следовало, гражданка, прежде чем лезть в чужой город, поближе познакомиться с лучшими людьми района. Вы себя имеете в виду? А ваш сомнительный бизнес мы разъясним. Я подниму на ноги всю педагогическую общественность. Я пресеку близорукость нашего городского начальства. С троем у меня ходить будешь. Вы меня имеете в виду? Я не могу находиться рядом с этой особой. Все провоняло развратом. Пока вас не было, не воняло. Все слышали? Ну что ж, картина предельно ясна. Поехали. Товарищи. Я смотрю, у тебя неприятности? Да какие неприятности? Просто городская сумасшедшая. Пришла только, пыль подняла. Так, ты что делать будешь? Да мне сначала тут зайти надо недалеко. Я, Петрович, машину покупаю. Несчастная. Запорожец. Ну а что, зимой заводится хорошо. Мотор сзади. Гололед будет устойчиво ехать. Да он до зимы развалится нафиг. Да он еще всех нас переживет.
Ну а что ты критикуешь, а? Специалисты жопы свист. Тебя послушай, так в моей машине вообще ничего хорошего нет. Нет, есть. Цена. Машина за $65 – это круто. Вот видишь, главное ездит. Ничего, придет время, на Мерседес пересяду. Постепенно. Хорошо. Ну что ты уставился? Вылезай из моей машины. Дверцы не хлопай. Помогаю вам, Боже, сестрица. Спаси, Господи. Тут еще свечи остались. Не могли бы вы потом их поставить? За здравие или за упокой? И за то, и за другое. За любых добрых людей. Скажите, а могу я поговорить с батюшкой? С самим настоятелем? Да. Кстати, на ремонт храма куда положить? А вон туда. Угу. Спасибо. Да как насчет батюшки? Пойду спрошу. Сходите, сходите, сестрица, пожалуйста. А я пока на ремонт храма пожертвую. Хорошо. Батюшка занят. Ну, ничего страшного. В другой раз, когда у батюшки будет время. Вы только передайте отцу настоятелю, если, конечно, не забудете, что раба Божья Клавдия на нужды храма 50 тысяч рублей пожертвовала. Там в ящике зеленый конверт лежит. Это от меня. Потом еще пожертвую, может быть, другую сумму. И когда у батюшки появится время, я с благодарностью попросила бы его благословения. Во славу Божию. Спасибо. Я все передам батюшке. Спасибо большое. До свидания. Смотрят на нас. Ну и пусть смотрят. Главное, что сказать уже ничего не могут. Я могу поспорить, через неделю батюшка лично меня примет. Хитрая ты. Спасибо. Петрович, я сюда приехала серьезно надолго. Нужно жизнь налаживать и формировать общественное мнение. Бедная девочка. Супруги Филатовы погибли. А брат? С ними же еще брат ехал. Тело мальчика пока не обнаружено, но это дело времени. Поисковые работы еще продолжаются. Бедная девочка. Здоровье ребенка опасений не вызывает. Я могу выписать ее уже через 3-4 дня. Было бы куда выписывать. Нашли родственников? Да, я разговаривал с ее родным дядей, к которому, собственно, вся семья и направлялась. Он заявил, что брата с невесткой похоронит, а девочку к себе не возьмет, мол, самим тесно. Сволочь! И имеет право. А другие родственники? Есть дальние по линии матери. Им сообщили, но они пока не спешат с ответом. А самой-то девчушке как сказать? Она ведь папу с мамой ждет. Пока ничего говорить нельзя. Это травмирует детскую психику. Ох, горе-горе. Что делать? Подождем еще немного. Может быть, кто-нибудь из родственников возьмет ребенка к себе? Если нет, процедура определена законом. Девочку оформят в детский дом, где она будет находиться до совершеннолетия и где будет обеспечена всем необходимым. Государство не бросит ребенка на произвол судьбы. Вы какое государство имеете в виду? Я понимаю ваш сарказм, но не разделяю его. Да все равно, билиберда. Ладно, не заводись.
Судьба девочки беспокоит всех и меня тоже. Поэтому прошу воздерживаться от резких заявлений. Предлагаю сохранять спокойствие до полного прояснения ситуации. Думаю, через неделю-другую все прояснится. В любом случае, мы будем действовать исключительно по закону. До свидания, товарищи. До свидания. До свидания. Сухарь в погонах. Господи Иисусе Христе Божие наш, прими усердное моление наше и благослови благое намерение и дело рабы твоей Клавдии, еже благополучно начать и без препятствия всякого вершить. Все вон отсюда! Не отвлекайтесь, батюшка. Машите вашим венчиком, машите. Во-первых, перестаньте орать. Во-вторых, отойдите назад. Вы зашли на мою территорию. Это не твоя территория. Моя. Вот от этого забора до той скамейки 50 соток. Вы не имеете права трогать это здание. Имею. У меня есть разрешение главного архитектора города. А главного архитектора области? А это не обязательно. Еще как обязательно. Это здание занесено в областной реестр исторических ценностей. Значит, обязательно разрешение главного архитектора области. У вас оно есть? Его у вас нет. Товарищи! Здесь нарушают закон! Арестуйте эту прошмандовку! Стоять, не двигаться! Минуточку! Какая здесь историческая ценность? В 1916 году, 16 июля, здесь нелегально ночевал младший брат Ленина Дмитрий Ильич Ульянов. Гражданочка, ну где цунами, а где мы, а? Постановление 2-4-1972 года еще никто не отменял. Граждане, к сожалению, это правда. Формально вы не имеете права вести строительные работы без согласования... Да у меня есть все согласования, целая папка! Конечно же, дело запутанное, но гражданка Брыкайло очень известный и уважаемый в нашем городе человек. Она подала официальное заявление, и мы просто обязаны реагировать. Поэтому все-таки было бы лучше согласовать еще и с областным начальством. А пока прошу все строительные работы временно прекратить. Строим. У меня ходить будешь. В сущности, это глупая формальность. Вот проект реконструкции. Здесь незначительные изменения планировки. Он утвержден городским начальством. А мне городской архитектор не указ. Я главнее. Я понимаю. Так как? Что как? Вы подпишете разрешение? Подпишу. Только сначала... Думаю, для владелицы казино это вполне подъемная сумма. Это рубли, я надеюсь? Напрасно надеетесь, это не рубли. Побойтесь Бога. Вы же не даете мне отремонтировать здание и начать свой бизнес. Я не могу заплатить сейчас такие деньги. Возможно, потом. Зачем откладывать на потом? А знаете, что я думаю? Деньги – это пошло. Давайте решим вопрос полюбовно. На основе любви. Например, сегодня вечером у меня дома собирается хорошая компания. Присоединяйтесь к нам. А потом скрасите мое ночное одиночество. Договорились. Какая прелесть. Так мило, спасибо. А я могу вам чем-нибудь помочь? А вы не скажете, по какому адресу проживает ваш начальник? Ну, приехали. Что это за дом? Тут один козел живет, у меня к нему дело. А я тебе зачем? А, если начну кричать, вызовешь милицию, квартира номер 8. А если я не услышу? Не волнуйся, я буду так орать, что услышишь.
Кошмар. Что ты собираешься там делать? Я пока не знаю по обстоятельствам, но фиг он меня получит. Может, тебе не ходить туда? Или хочешь, я с тобой пойду? Нет, не надо, сиди тут. Здравствуйте. А Альберт Альбертович дома? Прошу. Добрый вечер. Мне надо поговорить с Альбертом Альбертовичем. Альбертик, тебе пришли. Кого я вижу? Кто пришел? Господа, знакомьтесь, Клавдия Ивановна. А я знал, что вы придете. Мы играем или что? Пардон. Клава, рыбка, подожди за дверью, там такой удобный диван. Господа играют в покер. Позвольте присоединиться. Мадам, я не хотел бы быть невежливым, но здесь идет мужская серьезная игра. На интерес? Мужская, говорите. А я не возражаю. Ну что ж, господа, у нас равноправие между мужчинами и женщинами. Напомните, как вас зовут? Клавдия Ивановна. Ну что ж, Клавдия Ивановна, милости просим. Но у нас железное правило. В долг не играть. А если проигрался, заплатить в течение 24 часов. О, хорошее правило. Сразу видно, мужские. Нет-нет, вы позволите, я напротив Альберта Альбертовича. Пожалуйста. Эти глаза напротив. Устраивайтесь поудобнее. Господа, вы позволите даме сдать? Сделайте одолжение. Даю 500. Вступаю и еще 2000 сверху. Вы должно быть очень уверены в себе. Да, уверен. Да, дети мои. Ну что ж, я тоже могу удвоить. Альберт, принимаю твои 2500 и ставлю 5. Принимаю. Я пас. Я ставлю 8000. Нифига себе. Что вы имеете в виду? Так, нет, нет, ничего. Ну что ж, дети мои, я думаю, вы знаете, что делаете. Не волнуйся. Тогда я пас. Я 10 сверху. Ваше слово, Альберт Альбертович. Здесь уже 63 тысячи. Ставлю 10 тысяч. И еще 25. А... Ты же меня знаешь. Вот это настоящий мужчина. А я-то глупая. Наверное, сейчас проиграю. Но была не была. Прошу прощения, господа. Но у меня стрит-флэш. Это круто. Невероятно. Флеш-рояль. Прямо как в учебнике. Вас Клавдия Ивановна зовут? Я запомню. Давно мне не было так интересно. Ну что, Альбертик, продул почти 50 тысяч баксов. Ну не расстраивайся. Зато какая была игра. Что-то я проголодался.
Давайте перекусим. Ну, ничего. Идемте, идемте. Все к столу. Пойдем. Извольте рассчитаться. У меня сейчас нет. Правда, нет. Дайте мне отсрочку, умоляю. Я слышала, здесь другие правила. Мужские. Расчет в 24 часа. Да, но смелуйтесь, я отдам. Все знают, для меня карточный долг – это святое. Хоть что-то святое у вас есть. Извольте расплатиться. Меня вполне устроит дарственное на вашу квартиру. Умоляю, смилуйтесь. Только неделю. Одну неделю отсрочки, и я достану всю сумму. Хорошо. Я дам тебе отсрочку на 7 дней. Только никому не говорите. И никому не скажу. Если ты немедленно подпишешь разрешение на реконструкцию моего здания. Вот ручка, подписывай. Да, конечно. С удовольствием. Какие проблемы? А теперь пиши расписку на 50 штук. Через неделю долг принесешь. И без фокусов. Иначе я всем расскажу, какой ты мужик. Да, давай, давай, давай. Право, вот так. Стоп, вот это хорошо. Можно еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть можно вправо. Да. Некуда будет. А? Женьку увозят. Чего? Женьку увозят. Куда? Немедленно перестань плакать. Успокойте же ее, накапайте валерьянки. Может быть, лучше не увозить ее сегодня? Глупости, завтра мне будет некогда. Документы все подготовили. Как у нее с прививками? Нормально. Пришел ответ из поликлиники по ее последнему месту жительства. Что в этом узле? Вещи ребенка. Какие вещи? Откуда? Нечего рыться в чужих вещах. Это мы ей подарили. Это опять это. Кто пропустил? Ты почему плачешь, а? Эта тетка сказала, что мама, папа и братик Женя все умерли. Она все врет, врет. Я не хочу с ней ехать. Доктор, как вы позволили довести ребенка до такого состояния, а? Я не был предупрежден. Неожиданно появилась представитель Горано. Я не представитель. Я руководитель Горано. Хватит! Это все пустые разговоры. Пока я здесь отвечаю за народное образование, и мне решать, как будет воспитываться сирота. Я увожу ребенка в детский дом. Подальше от этого разврата, от ужасного влияния этой... Курва! Ну-ка, стой, где стоишь? Товарищ капитан, вы представляете здесь закон и власть? Да. Все слышали? Представитель Горано употребил в общественном месте неприличное слово. Слышали? Да. Товарищ капитан, я прошу потом занести это в протокол. Занесу. Какой протокол? Мое материальное положение, жилплощадь, состояние здоровья позволяют мне взять на воспитание ребенка. Я хочу написать официальное заявление. Я прошу оформить усыновление или опекунство. Детали выясним потом. Это возможно? Нет! Невозможно! Я член городского попечительского совета, я не позволю! Сергей Сергеевич, этот вопрос компетенции губернских органов управления? Вполне. Я думаю, учитывая все обстоятельства, этот вопрос будет решен для вас положительно. Во всяком случае, милиция вас поддержит. Женечка, не надо плакать. Эта тетя тебя никуда не заберет. Я знаю, мой папа и мама найдутся. И Женя тоже найдется. Ну, конечно, найдутся. А пока не нашлись, хочешь остаться со мной? Ну все, пойдем домой. Значит так. Сейчас мы самые близкие люди для этой девчушки. Ясно?
Я еще подумаю, как перевести сюда трудовую книжку. Шепчет август, но лето по чуть-чуть сдает свои права. И скоро над рекой сверкнет багровый парус, и в пламени сгорит опавшая листва. Щемящую тоску в полях разносит ветер, за солнцем и теплом грачи уже в пути. И кажется, что нет печальнее на свете, чем слышать в летний день осеннее «прости». Пускай меня, пусть будет все как раньше, не отдавай тепло, и сентябрю не верь. Красивые слова полны осенней фальши, и мается душа в предчувствии потерь. Щемящую тоску в полях разносит ветер, за солнцем и теплом грачи уже в пути. И кажется, что нет печальнее на свете, чем слышать в летний день осеннее «прости».